Снимает уже, все нормально. Нет, чтобы Витя меня перекинул. Он же он мой вес спокойно может взять. Вить, сейчас. Помоги! Подожди, пусть не, пусть Витя, подождите, я нет. Да, да. Специально ж для этого. Всегда, пожалуйста. Исполни свою мечту. Специально ж подготовили для этого ситуацию. Чтобы я не ободрала штаны и не харчок не остался тут впереди. Вот так, так. Ты мне отдерешь ногу. Вот, кто еще как не муж тебя из окна выкинет? Руки убирай сразу оттуда, держи за карабинчик перед собой. Во, нормально. Во, самая Монтана, поехали. А как мне развернуться туда? Лена, смотри, над тобой, нет. Вот там висит хвостик веревки. Ленка, посмотри, вон хвостик веревки висит. Будешь разворачиваться, да, за него хватайся. Я его уже присмотрю. О, бомба! Вить, поехали! Поехали! Ой, крутиться не будешь. Это я со второго этажа забомбила этот хвостик. Я увидела, что он висит, и за него можно взяться. Лена, а где Град? Вот он, тебя потерял. Так потому что за матерью ходить надо, а не пропавать. Отдайте команду, ищи. Не надо ему тут никуда ходить. Без